А для тех, кто только пойдет в школу, стартовала вторая волна записи в первый класс через портал госуслуги. Она для тех детей, которые проживают не в закрепленном за школой территории. Поясняется на сайте объясняем.рф. Ребенка зачислят в желаемую школу, если есть свободные места. Срок подачи заявлений до 5 сентября. Уведомление о зачислении придет в личный кабинет госуслуг после того, как школа издает акт о зачислении ребенка в первый класс.